планы не входят в оккупацию украинских территорий. Мы никому и ничего не собираемся навязывать силой. В основе нашей политики – свобода. Свобода выбора для всех самостоятельно определять свое будущее и будущее своих детей. И мы считаем важным, чтобы этим правом, правом выбора, могли воспользоваться все народы, проживающие на территории сегодняшней Украины.